Что это за девушка, Ибрагим? Зачем ты показываешь ее мне? Игру новую затеял? Игру? Но это не игра. И отпираться бесполезно, потому что вся правда налицо. Вы попались на этот раз. И, может, хоть немножко задумаетесь в эту священную ночь о своих бесчисленных грехах. Может, раскаетесь, и, может, вы уже успокоитесь? Наконец. Выхода ведь все равно нет. Я завтра эту девушку, которую вы подсунули в дом Шахзаде Мустафы с тем, чтобы убить его, приведу к нашему государю. И ты веришь, что это у тебя пройдет? Уж в чем, а в таком никто никогда не уличит меня. А уж ты-то, ты-то особенно. Думаешь, повелитель все еще доверяет тебе? Да он же поймет, что это ловушка. И тогда ты вообще окажешься в немилости. Ты же сам роешь себе могилу, Паша. Ну, давай. Сюмбюляга. Наша Гюлизар у него. И как это понимать? Госпожа, я сам потрясен, не знаю, что и сказать. Я же лично предупредил ее, будь осторожна, бдительна. Видно, она что-то им уже успела рассказать. Вот так дела. И что нам теперь делать? Поскольку ее Рустем нашел, надо срочно ему сообщить о девице. И пусть он до утра все уладит, а иначе нас ничто не спасет от смерти. А отец придет к нам? Да, он сам пожелал, так что подождем его. Селим, проснись, Соня. Матушка, Шахзаде, доброй ночи. Доброй ночи, Мехримах. Проходи, садись. Братик, как твои дела? Хорошо. А как твои? Снорбахар решил уже что-нибудь? Все, тихо, не сейчас. О чем вы шепчетесь? Ни о чем. Султан Сулейман хан Хазрет Лири! Мой вакф работает уже. Много пунктов бесплатного питания открыто. Также мы выясняем, где есть сироты бездомные. Вообще обездоленные. Особенно я хочу помочь вдовам и нуждающимся женщинам. Прекрасно. Если мое содействие понадобится, всегда помогу. Повелитель. Госпожа, надеюсь, вы всем довольны, иншалла. Довольны, да, Сюмбюляга. Поговорить. Ну что ж, ладно. Время поста настает, хватит. Госпожа, девчонки в его темнице не оказалось. И где ее прячут, неизвестно.
Госпожа. Сюмбюляга, ну что? Сообщил Рустем Аги. Госпожа, его нигде нет. Он даже во дворец сегодня не явился. Он тебе когда-то у него был, сказал, как он избавится от этой девицы? Нет, я у него спросил, но он не ответил. Сюмбюль, учти, она должна молчать. Делайте, что хотите, но заткните ей рот! Как прикажете, госпожа. Султан Сулейман хан Хазрет Лири! Сюмбюляга, Рустем Агу, поблагодари от меня. Возьми на себя заботу о семье Гюльузар-Хатун. Эта семья должна быть обеспечена всем, что им нужно, всю жизнь. Как прикажете, госпожа. Рустем Ага, ты меня от такой беды спас. Я не знаю, как с тобой расплатиться. Говори, что ты хочешь. Ничего, госпожа. Это мой долг. Это только начало. Однако Ибрагим Паша уже не остановится. Ибрагима Пашу нужно остановить любой ценой. И способ есть, госпожа. Наверное, у тебя есть идеи. Ибрагим Паша Искендера Челеби казнил и нажил себе этим немало врагов. Кровных. Точно. Но государством управляет все еще он. Как вы знаете, Ибрагима Пашу называют фаворитом повелителя. Благодаря этому он жив. Таким образом, надо сначала опорочить его в глазах повелителя. Рустем Ага, я столько раз пыталась, однако повелитель каждый раз ему все прощает. Он слишком добр к нему. Аллах. Одари нас, твоих рабов, своим бесконечным милосердием. По твоей воле мы соблюдали пост. Мы в тебя уверовали. Мы тебе доверились. И теперь снова разговляемся дарованной тобой пищей. Аллах милостив. Аминь.
Повелитель, по ее словам, Хюрем Султан отдала приказ. Это вы уговаривали сказать так? Помиловать еще обещали. Хатиджи. Слушаю, повелитель. Шах-Хубан ничего не сообщала. Нам ждать ее в гости. Она написала, что выезжает, повелитель. Полагаю, она будет через неделю-другую. Славно. Шах-Султан в гости? Верно. Я очень рада. Немедленно распоряжусь готовить для нее покоя во дворце. Не стоит, Хюрем. Шах-Султан остановится в моем дворце. Паша. Что с тобой? О чем ты задумался? О том, что вы совершаете слишком много ошибочных шагов, госпожа. И однажды вам настанет конец. Я в этом сомневаюсь. Твой конец настанет раньше моего. И о чем ты думаешь? Они узнают о ее беременности очень скоро. Если ты не скажешь, никто не узнает. Если бы я собиралась сказать, все бы уже давно узнали. Но ты должен действовать, и я не буду долго молчать. Я уже принял решение. Решай сам. Ты остановишься, я остановлюсь. Вы предлагаете мне мир? Скорее, перемирие. От этой распри никому из нас нет пользы. Как я устал от ваших пустых слов. Госпожа, самое доброе вам утро. Симбеляга, и тебе. Что случилось? Шах-Хубан Султан совсем скоро прибудет, моя госпожа. Она сюда приедет? Верно. Хочет с повелителем увидеться в начале своего визита. Понятно. Подготовьте для нее наши покои. О, я все сделаю, госпожа. Лучшие покои подготовим. Хорошо. Сюмбеляга, Шах-Султан. Не Афифа Хатун позвала, как я думала. Это Хатиджа Султан сделала. Меня эта новость очень удивила. Они же враги. Верно, госпожа. Зачем она ее пригласила? Нет ли здесь заговора? Она и ее сестра, в конце концов. Между ними нет каких-то проблем серьезных. Просто они с детства как-то не очень ладят. Чем она известна? Расскажи мне, что знаешь о ней. Госпожа, добро пожаловать. Очень рада, Хюрем. Прекрасно выглядишь. И вы. Надеюсь, вы чувствуете себя хорошо, иншалла? Немного устала. Дальняя позади дорога. Госпожа,
Добро пожаловать. Мы так рады вас видеть. Афифе Хатун. Очень рада, что я увидела тебя. Эсмахан Султан здорова? Она не приехала? Эсмахан едет. Чуть позже вместе с отцом подъедет. На улице прохладно. Не хотите пройти во дворец? Конечно. Дорогу! Шах Хубан Султан Хазрет Лири! Ваши покои готовы, госпожа. Если желаете, можете отдохнуть. Я бы повелителя хотела увидеть, Афифе Хатун. Повелителя во дворце нет, госпожа. Мы вас только завтра ожидали. Афифе Хатун, а где повелитель? Он с Ибрагимом Пашой вместе уехал, госпожа. Пойдемте в мои покои. Афифе Хатун, тогда для госпожи приготовьте мою баню. А после этого сможете немного отдохнуть, госпожа. Мехмед, шехзаде, какой ты уже большой. О таком наследнике мечтают многие. Как вы поживаете? Вы приехали одна? У Лютфи Паши были какие-то дела. Он приедет позже вместе с нашей дочерью. Джихангир! Ух! Душа моя! Ух! Ух! Малыш! Госпожа? Мехримах? Верно, госпожа. Иди сюда. Дай на тебя посмотреть. Какая ты красивая. Аллах от сглаза да убережет тебя. Хюрем, ей уже пора замуж. Ее время еще придет. Придет. Верно. Повелитель здоров? У него все хорошо, иншалла? Он здоров, да. Аллах да пошлет ему долгих лет жизни. Аминь. Аминь. Иди на ручки. Повелитель. Проходи. Я не хотела мешать вашему разговору. Садись сюда. Хатиджа Амбейхан скоро приедет. Она приедет через неделю, повелитель. Как хорошо, когда у тебя есть сестра. Я бы тоже хотела, чтобы у меня была сестра, которой я всегда могу довериться, опереться на плечо, поделиться своей печалью, быть с ней в горе и в радости, и в любое время года. Ты тоже часть нашей большой семьи, Хюрем. Да, возможно, у тебя никогда не было родной сестры. Но у тебя ведь есть мы. Госпожа, благодарю вас. Я очень ценю ваши слова. Повелитель, если позволите, я бы хотела вернуться к себе в покое. Конечно, ты устала. Тебе надо отдохнуть. Спокойной ночи, сестра. Спокойной ночи, Хюрем. И вам. Повелитель.